Мы находимся в Испании. Ой. Но разговаривает здесь по-английски. Что-то стреляет, что ли, куда-то Чарли убежал. Уже типа хватит гулять. Чарли, маму. У нас прям свежо сегодня, знаете. Не хочет гулять, по-моему, стрельнула где-то. Видите, не хочет гулять. Прям так, я сказала бы, даже совсем не по-летнему, скажем так. И ветер холодный, ледяной. Так вот, все, осень пришла. Тепла больше не будет. Все, стреляют где-то. Я даже не заметила, он на работу пошел. Таким шагом, видите? Не могу. Ветроган, холодно. Прям зима, зима на улице. Я достала мясо. Уже шторочку закрыла. Все, все. Сейчас буду резать. И вот у меня томаты. Это мои томаты. Помните, у меня много-много было. Я делала их жареные. Вот. Обычные жареные на оливковом масле томаты. Ничего особенного. Солью сковородку приготовила. Буду сначала обжаривать мясо. В общем, у меня оставалась каша, помните, какая-то полтавская, что ли. Сделала, как вы могли бы заметить, себе добавила одно яйцо, потом сюда мы уже второе, когда он придет, и у него там есть чуть-чуть риса. Вот, все это сейчас выложу на кашу. Сок сделала, ой, зачем крышку, сок сделала. Вот это вот я вчера купила из граната с, как его называется, с этим, с виноградом, кислятина. И вот разбавила с апельсиновым мандариновым соком, еще кислее, но нормально для здоровья. Не люблю соки пить без трубочек, так лучше. Потом мне от этих соков кислых зубы скрипят, так противно. В общем, я буду кушать. Всем приятного аппетита!
Смотрите, у нас что произошло. Ветер сильный такой, что вот это все колышется и отвалилось. Но, знаете, я что думала? У нас когда красили в прошлом году, кто красил, снимал эту штуку. Вот, и заново потом они мне повесили. И мне кажется, что они повесили, ну, как говорится, ну так, лишь бы повесить и все. Поэтому у меня тут такой бардак. Вот это мусор, пакеты. Ну, не пакеты, а все вот эти пластик. Это у меня бумага. Надо все выбросить. Такой вот. Так что вот работа мужу. И крышу ему надо доделать еще. Пускай работает. Ну, блин, ветер. Вообще на севере там такой снег уже идет. Вообще там их замело все. Что я тут стою мерзнуть? Замело все, представляете, снег. И я сейчас куртку одену. Потому что я замерзла в джинсовке обычно. Я потом пойду на пляж с Чарли гулять. И то есть это не вариант идти. Я сейчас сумку собираю себе, как всегда. Сейчас воду сделаю с лимоном. Я вот один лимончик, вот такой небольшой, добавляю вот на такую бутылку. Кстати, бутылка очень удобная. Знаете почему? Потому что здесь вот такой есть проем, на который надела вот этот вот, ну, по которому мы заходим там и, в общем, все там отмечаемся. Потому что на руке не очень удобно бегать, прыгать и скакать, как говорится. А на этой бутылке, видите, это обычная бутылка из-под воды. Но ее нужно тщательно мыть либо хлоркой, либо еще чем-то, потому что лимон и вода, потом начинает в ней грибок появляться. У меня такое было, я оставила бутылку немытую до понедельника. И вот там зацвело все и запахло. Знаете, как делаю лимон? Сразу сначала вот так его мну. Наверное, Америку я никому не открою, но вдруг кто не знает. Вот так вот помну его, чтобы он весь сок там это... Теперь разрезаю напополам. И в стакан выжимаю. Надо мне купить, знаете, есть такая выжималка специально для лимона, но я постоянно забываю о том, что мне ее нужно купить. В общем, вот так. Что-то муж не доел рис. Видимо, обожрался ножа. А вот ножик в посуде помытый. Вот так вот. У нас в воскресенье опять выборы. Как у меня клиентки говорят, каждые 4 дня у нас выборы. Да, у нас все никак не могут президента выбрать. То есть его выбирают, он не набирает голоса. Ну, там что-то какой-то есть процент голосов, он не набирает голоса. Значит, в помощь ему должна быть какая-то партия. Они не договариваются с этой партией. И опять вот опять идут голосования. Все никак не выберут. А это же все деньги. Каждый год, а то или 2 раза в год. У нас выборы. Я не голосую, я не имею права на голосование. На это имеют право только, как это назвать-то, ну, не резиденты, кто с видом на жительство, а у кого гражданство. Вот. Гражданство, я не хочу брать гражданство пока что. Испанское мне и с видом на жительство живется неплохо. Вот, почти те же самые права. Ну, единственное, что там вот голосовать не могу работать на государственных, в государственных учреждениях, вот, на таких, на государственных должностях. Но мне и не надо. Вот. Зато, если поеду в Россию, если бы у меня было гражданство, мне нужно было бы делать визы. Ну, это вообще как-то странно, да? Я вроде бы, какая из меня испанка-то вообще? Я русская, у меня, видите, я русская. Ну, как-то... Не знаю, может быть, когда это потом, в недалеком будущем, оно мне и понадобится, это гражданство. Но пока оно мне совершенно не нужно, и нигде у нее такого не было, чтобы вот у меня кто-то спросил гражданство. Единственное, что клиентка моя, вы знаете, что у меня есть клиентка, она мэр нашего города, где я работаю. Вот, и что-то она мне говорила, там что-то я говорю, не имею права голосовать. Он говорит, да, а почему? Я говорю, ну вот потому что, говорю, я не это, не гражданка Испании. А так бы она меня хотела уже, ой, мамочки, на свою сторону перебазировать такая, да-да-да, давайте ко мне. Нет уж, вы сами тут разбирайтесь без меня. Так, все, наливаю бутылку и пойду, наверное, чайку попью. Вчера купила черемой, сегодня они уже поспели. Еще раз вам показываю черемоя. Такое вот оно. Внутри оно такое с этими. С косточками, ест со ложкой. Вот так. Лин-лин-лин. Как киви.
вкусная. Какой вкус? Вкус черемои. Больше я не знаю, какой вкус у ней. В общем, я утеплилась, надела куртку свою, костюм, который покупала в примарке, кроссовочки, потому что потом пойду на пляж с Чарликом гулять, и, в общем-то, там такой ветрова. Вообще, спира. Первый побежал, прямо не терпится. В общем, лучше, как говорится, перебдеть, чем не добдеть. Поэтому я мерзлячка, капюшон на всякие пожарные есть. Вообще удобно очень этот костюм, в том плане, что он даже не мнется, знаете. Я его вот в сумку положу, в пляжную, и он совершенно не мнется, его можно хоть как положить, и будет замечательно выглядеть. Аки. Машина ездит. Иду с работы. Что тут за волосы? Чарлины, волосы везде. Лезет, как не знаю кто. Сегодня хотела пропылесосить, но желание пропало. Я сегодня вообще, знаете, чем занималась целый день? Вещами. Я вчера вообще... Блин, Чарли дела делает. В общем, у нас так резко похолодало. Ну, то есть буквально позавчера еще можно было ходить в майке, да, а сегодня уже куртку надела. То есть, и вот вчера ночью у меня опять загорелось и начала... Уже где-то часов в 10, наверное, в 11 вот это все перебирать. Достала. Из одного шкафа. А в другой не повесила, потому что уже времени не было. Потому что много вещей, которые не выбросила, но отложила до другого года. Потому что, знаете, иногда так откладываю. И когда находишь через пару лет или через тройку, такое ощущение, что вещи новые, да? Но такие классические какие-то вещи, которые там... не зависит от моды, да, и вот я их отложила, потому что новые вещи совершенно выбрасывать, выбросится, успею, выбросить всегда успею, нет, конечно, когда уже носки не подлежит, то, естественно, выбрасываю, а эти нет, сложила, платье, которое мне на 4-5 размеров больше, если не больше даже, наверное, в общем, пусть лежат, хлеба не просят. И вот сегодня, да, как говорится, говорю, сейчас все уберу и пропылесосю. Куда там? Все, желание пропало. В общем, я выхожу к морю. Тут уже ветер сильный. И поговорить не удастся. Просто наслаждайтесь морем. Шума моря тоже невозможно услышать из-за ветра. Музычку поставлю какую-нибудь интересную. Ну все, мы отремонтировали. Я только пришла, надо себе туда, вон туда. У меня тут моющие средства вот тут стоят. Вот. Только пришла. Посуду разбираю. Сейчас себе хурму помою. И покушаю хурму. Вот. Ветроган, хладрига. Все как надо. Зимой. На завтра у меня есть немного моего... супа, а вот мужу что, это другое дело. Об этом надо Домку гонять, чтобы ему пожрать. Вечный вопрос, чего пожрать. Блин, у меня тут сливы еще есть, но они вообще не спеют. Дубовые, как были дубовыми, так и остались. Ой, у нас сегодня вообще девочка одна какая-то новая, походу. Я такую ни разу не видела. Ну да, лет 17, наверное, ей. Вот знаете, я сколько хожу в спортзал, ни от кого потом никогда не воняло. Извиняюсь, не пахло. С девочкой рядом стала, она как замахнет своими крыльями. Я чуть в обморок не падаю. Блин, молодая, лет 16, нет, больше, лет 17, 18, наверное.
худенькая, но как замахнет, прям такой женский, настоящий, такой выдержанный. Ой, а я не могу подвинуться туда, там бабушка, ей лет 70, она, я вам рассказывала про нее, как она сумбу херачит. В общем, тут это крыльями махает, тут это бабушка, меня они со всех сторон вот так вот. Ой, а уйти было как бы, ну, неудобно вроде бы, я там вроде, ну, вот прям, в общем, не знаю. Я, знаете, я забыла вчера, честно признаюсь, дезодорантом побрызгаться и помазаться. Так вот, когда она махнула крыльями, я сначала думала не на нее, потому что, ну, невозможно, да, как это она может быть. И сама такая раз, это потихонечку так, на-на-на, думаю, нет, пахнет цветами, ну, ополаскивателем, то есть. Это не я. Думаю, кто, кто? Как она замахнула, думаю, все понятно. Все понятно. Девочка молодая. Ой, а что делать? Наверное, у нее гормоны, организм. Вот, я сейчас чай попью с этим. И два инжира возьму. Вкуснятина. А в общем, вот так. Запахи были невозможны. Хурма. И буду с вами прощаться до завтра. Завтра суббота уже. В общем, надо что-то думать на воскресенье, с Чарли гулять. В общем, вы подписывайтесь, ставьте лайки, и мы с вами посмотрим, что мы сделаем. Всего вам самого наилучшего. Приятных вам выходных. Заснеженных или солнечных. Каких вы хотите. Всего самого наилучшего. Пока-пока.